зале. Именно сегодня вы увидите результат трудов огромной команды, которая трудилась, не покладая рук целый месяц. Встречайте, виновницы торжества, обворожительные и неповторимые претендентки на корону и звание мисс Новгородок 2015. Мисулина Диана, общежитие номер 7. Студентка Института промышленных технологий и инженерия. Мечтает о светлом будущем и мирном небе на корону. Котенко Татьяна, общежитие номер 5. Студентка Института менеджмента и бизнеса. Мечтает в будущем стать актрисой большого театра. Мещерякова Анастасия, общежитие номер 13. Студентка колледжа отраслевых технологий и сервиса. Мечтает встретить вторую половинку и съездить в Париж. Евадолина Валерия, общежитие номер 1. Студентка института менеджмента и бизнеса. Мечтает о большой и дружной семье. И дотянуться до радуги. Фролова Лидия, общежитие номер 8. Студентка Института промышленных технологий и инженерии. Мечтает полететь в космос и работать на Международной космической станции. Никогда не